И вы выиграете айфон. Фокусник, да? Ловко, слушай. Я про Никира не понял, да? Ну ты это, давай, у тебя башка варит, да? Рассчитано это, конечно же, на конченых лохов или же тупо на лудоманов. А на совсем крайний случай есть школота, которая родительские деньги с превеликим удовольствием проиграет в этой шараге. В любом случае, такой подход, такой способ заработка на людях нас не устраивает. А это значит, что мы переходим к нашему главному герою, виновнику нашей сегодняшней встречи, соведущему и помощнику Артура Артюняна, а именно к Артему Тарасову. Итак, Тарас.